Привет, друзья! Сегодня вы увидите ремонт итальянского автомобиля Ferrari. Итак, машина побывала у ребят, которые ее разобрали и удалили некоторые поврежденные элементы. Теперь автомобиль у меня в мастерской. Также мне привезли кучу деталей для замены. Ну что, начинаю ремонт. Ремонт начну с замены заднего крыла и ремонта мелких повреждений сзади. Когда крыло будет установлено и дверь будет отрегулирована по зазорам, я начну ремонт переда. Ну что, давайте начнем. Немного разберу. Разборку закончил, теперь удаляю заднее крыло. Итак, поврежденный металл удален. Теперь я подготовлю и выровняю места соединений и креплений. Крепится заднее крыло на клей, заклепки и сварку. Все отлично. Снимаю крыло, прикручиваю внутренние элементы. Затем устанавливаю крыло и креплю его.
Итак, клей, заклепки, сварка. Итак, крыло стоит на месте. В некоторых местах замазываю кузовным клеем, как было в оригинале. Затем устанавливаю детали задней части. Задней частью я закончил. Теперь машина стоит на колесах, и я смог отрегулировать дверь. Начинаю ремонт переда. Спереда удаляю весь поврежденный алюминий. Битье снял, сделал измерение, померил усилитель бампера. Правый лонжерон надо подвинуть влево. Так как отбортовки на порогах нет, и эту машину проблема закрепить на стапеле, буду ставить лонжерон на место старым способом. И вот таким способом лонжерон установили на место. Установил усилитель бампера, теперь креплю его заклепками.
Теперь немного сварки. Итак, усилитель бампера приварен. Все размеры в норме. Теперь основная работа спереди. Это собрать Феррари из Лего. Давайте попробуем. Сначала удалю поврежденный элемент и тогда начнем сборку. Все новые детали креплю только саморезами, затем устанавливаю все детали переда, проверяю зазоры и, если все хорошо, клею, клепаю, свариваю. Сваривать буду с установленными деталями переда. Сварочные работы закончены. Устанавливаю и проверяю другие части переда.
Работа с металлом закончена, и моя работа тоже. Отдаю машину ребятам, которые будут красить, собирать, будут проверять электронику, развал колес. В общем, закончат ремонт полностью. Они обещали мне прислать фото этой машины после покраски и сборки. Если пришлют, я вам обязательно покажу. Ну а моя работа заняла 75 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!